Это вы. А я тут решила добавить немножко снега, хотя бы искусственного, а то вроде бы как в Сибири живем мы, а засыпает столицу. Впрочем, осадков, наверное, сегодня прибавится и без меня, погода меняется, и я не только сейчас про метель. На этой неделе красноярцев ждет потепление. Этой ночью будет еще минус 16, а затем температура начнет повышаться. Завтра днем минус 12, послезавтра в среду уже минус 1. Зимняя жара продержится до четверга, минус 6 ночью, минус 3 днем, а в пятницу снова начнет холодать. Градусник покажет минус 14, но есть и плюсы, выглянет солнце. На выходных минус 15, минус 13, вполне терпимо, чтобы выйти на улицу и прогуляться. Как мы уже поняли, расслабляться не стоит, да и далеко убирать теплые вещи тоже, поэтому успевайте покайфовать на этой неделе, пока такая возможность есть.